Да, погода солнечная. Да, очень хорошее занятие солнце снимать. Чижная вечилка. Слушай, давай пройдем там сзади, может быть. Там трава много, там травы много. Зеленая, зеленая трава. Земля в иллюминаторе. О, запели. А звезды тем не менее, а звезды тем не менее, все ближе и все так же холодны. И снится нам мирок от космодрома, а снится нам... Пип! У него запикивается автоматически. Было? Нет. Не было. Ты, кстати, запищал человека? Нет. Ну вот трава. Травка, травка. Ну не та травка. Вот где я был, так это на группе земляне. Старые времена. А? Сколько травы здесь. Можно... Две коровы точно можно выкормить здесь. Взять. Ну тут палкой, правда. Набрать это столько все. Сена, что на две коровы хватит. Ну да. Еще шибер валяется вот. Ну вот все старины. Ну это специально выгружено, это дорога. Это с... ну вот так скидывают, чтобы дорога была закреплена. На свалку лень вести. Сейчас дорого. Так, тут получается что-то аллея какая-то. Тут, наверное, дорога была тогда. Да. Потому что шибер. Потому что шибер очень конкретно сказал. Не шифер, не шифер. Шифер, потому что. Не, шибер, это не... Тут дорога, потому что тут камни лежат. Да. Вот там вот, если травы много, если корову выдержать, запросто можно козу хотя бы даже запросто. Коза. Если я покажу козу. Ну, тут недалеко эта роща. Это видишь, эта роща специально посажена. Так, на чем мы остановились? Ой, не знаю. Дойти до конца аллеи, она недалеко. Довольно толстые, тут лет 100 точно это. Да. Что тут у нас, дубы, елки. Слушай, хорошо, что никто не добрался до этих деревьев. Да. А то... Не, бывает, что падают, тогда их спиливают специально. Ну да. А есть, которые деньги хоть заработать, ну, на да, природе. Вот если дерево спилить, то очень хорошо получается на них сидеть, на этих, как они называются. Еще один. Может быть, я зеленый. Я говорю, когда дерево падает, его спиливают, да. Можно распилить на это. Не-не-не, я не знаю, я тоже не из них, я не нейтральный. Нейтральный. Да, ну я со мной природой не собираюсь. Такое. А придется. А все, она скоро закончится, эта аллея. Да-да. Я только не пойму, это аллея или дорога. Или все вместе взято. А вот там конец вроде. Yeah. Вот последний деревья. Завершающий. Стадия этой аллеи. Нет. Комар. Не, еще дальше идет. Ой. Ой, вот он. Ага. Обратно будем снимать? Ага. Похоже, что она заканчивается, да, тогда? Вроде бы. Ну видишь, задумка была посажена ровненькими рядами, два ряда деревьев. Да, и здесь уже все. А вот как задумано, что это конец аллеи, если я правильно понимаю. И она выходит сюда. И тут и поле. Дальше нету, да? Да, и там поле. И тут можно козу держать, овечек или корову. Или лошадей можно. Школа работает, то лошадей держать. Ладно, пошли обратно. Обратно идем. А там тоже трава, да? Конечно, везде травка. Зеленая, зеленая трава. Не, это красиво. Вот. Да. Хорошо отдыхать, когда... Деревья летом. Да, зимой здесь холодновато. Да. Одному здесь сложно будет, если надо...
Не знаю, хотя бы 7. Человек 7. Техника нужна, машины, лошади. Что там еще? Трактора что-то. Wi-Fi. Слушайте, это самое главное инструмент Wi-Fi. По Wi-Fi уже можно вызвать МЧС тоже, да, по Wi-Fi? Ну, да. Ну, через интернет. Ну, не МЧС вызвать? У нас тут. Не, МЧС можно вызвать через Wi-Fi? Ну, по интернету. Ну, да. А чё мы? Ой, красиво здесь. Здесь хорошо художникам для вдохновения. Писцам, да. Таким композиторам. О, как раз мне. Буду вспоминать. Творческим людям. Да. Ну, у нас считается творческим. Скульпторы. Актеры. Актеры, да. О, спасибо, спасибо. Так, актеры, кто у нас? И режиссеры тоже. Да. Музыканты тоже. Балет, например, тоже. Ну, это же артисты, да, актеры, артисты. Да. Ну, кто? Не, опера, я не знаю. Опера и балет, это уже идет, это уже... Ну, это певцы. Балет и певцы. Да. Как его? Онегин, Онегин как. Евгений Онегин? Да-да-да, о, Евгений Онегин. Это правильно. Пушкин. Да-да, он. По Пушкин. Пол далеко? Пушкин. Ну вот так вот, по чуть-чуть полей уже подходит к концу. Это длинная она. Да? Не. Нет, красивая, а не длинная. Блин, а бывает, блин. Да. Я, кажется, сравниваю не в длине, а в красоте. Ну, кто-то задумал посадить его. Да. Там внимательный. Слушай, так внимательно, внимательно смотрю на тебя. Не сам с камерой. Да-да-да. Вот вообще. Не надо сюда ехать, не надо сюда ехать. Я же говорил, не надо сюда ехать. Ну да. Оттуда же. С этого же. А, ну да. Вот и мы тоже можем как-то использовать разные цитаты, выражения. Я думаю, ну, в наши прогулки какие-нибудь такие знаменитые. Кто знает, какой фильм станет знаменит? Не знаю. Поживем, увидим. Да. Ну, пойдем туда, не? Не-не-не. А ну, просто заглянем, откроем дверь, заглянем. Ну ладно. Ну вот и все, да. А? В общем-то. Ну ладно, я еще. Еще хочешь поснимать? Да, я еще где-нибудь здесь что-нибудь. Мне. Они там рисуют, иди заснимай. Да, вот я пойду посмотрю, что они делают. Hello. Hello from Mars. What are you doing? Nothing. Я один криминал. Sorry. No, thanks. Okay, I'm watching what Shay here doing. Ooh. Oh, smoky. Мейтенину Мадонес, юсминес. Ну, а сам. Поэту.
Nu, ko tu... Nu, madonis. Milicija strādāja, tu tas ir krimināļais. Ko izdarīji? Cilvēkuši nosūtīt. Nā. Iedā. Iedā. Ap. Vai, nokiršti. Ha! Ok. Hello! Nu, kā ir? O, kā ir pa zemi? Nāksi strādāt, jeb tu uzņem... Ko tu uzņem? Es kā... Tu filmē? Protams! Kaut kas traks, korespondents tu esi, ja? Labi, tam mums ir ļoti kārtīgi jāstrādā. Nevajadzētu to teikt. Tas ir būs faļš. Ok? Varbūt, ka tu izliecies, ka tu nemaz nefilmē. Varbūt vienkārši tikai staigā un viss. Protams! Tūlīt tas, es jums parādīšu, es pats sevi nofilmēšu. Paskatīties laiku. Kur iet? Labi, jā. Taču jā. Так, отличника. Тарам-трам. Опа, сейчас. Вот. Вал коко гриби. Так, пока. Вай. What the is? Окей. Опа, сейчас ты рин достал я. Не, я бы ешу якша. Sveika, Inga! Sveiki! Kā iet? Labi! Labi! Tak. Zaidžiom na kuhņu. Naši pavara. Доброе утро, Агуски! Сестри нас и Мари. Не ведь пала больше, но я знаю. Мазил да и не я. Да чита венки. Не, Мари, татари, вот и не фрейз. Я школа, ты спарита. Привет! Привет! Так, что делаем здесь? Так, 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 ага. Понятно? Так.